Самаре помимо ремонта важных инфраструктурных объектов специалисты городского хозяйства заняты контролем за состоянием улично-дорожной сети и уходом за участками, в том числе, которые ранее были обновлены на средства профильного нацпроекта. Основная сезонная задача в этот период осени – сбор и вывоз опавшей листвы с газонов, тротуаров, проезжих частей. Повышенное внимание уделяют участкам рядом с бордюрами, где располагаются ливневки. Это поможет держать их в порядке и не давать забиваться листвой, чтобы вода вовремя уходила с проезжей части. Во время дождей и заморозков опавшая листва впитывает воду, образуется корка льда, повышается вероятность гололеда. Основная задача – это по максимуму собрать, чтобы меньше осталось к весне, потому что все-таки это территория общественных пространств, и в опавшей листве большая велика вероятность того, что будет зимовать как неблагоприятный флор для деревьев, вредители, так и, возможно, на отдельных участках это общественных пространств, это, возможно, зимовка клещей. Кроме этого, муниципальное предприятие благоустройства и другие подрядчики продолжают подметать и мыть проезжие части города. Сегодня, например, работали на улице Ярошевского, проспекте Масленникова и многих других объектах, которые преобразились в результате ремонта на средства дорожного нацпроекта. В ближайшее время профильные предприятия будут переоборудовать спецтехнику перед зимним содержанием инфраструктуры. Часть машин планируют подготовить к середине октября. Они будут находиться на дежурстве на случай резкого изменения погодных условий, что синоптики не исключают. А к 1 ноября переоборудуют основной массив уборочной техники, оставив при этом несколько единиц, опять же, если в какие-то дни будет необходимо организовать уборку еще по летнему регламенту.